8 команд Сибири и Урала с 16 по 18 марта выясняли, кто достоин финала чемпионата России по флорболу. Второй отборочный тур от конференции «Восток», как и первый, прошел в Омске. Игрокам предстояло по максимуму использовать последнюю перед финалом возможность проверить свои силы. Команды сыграли по круговой системе, каждый с каждым по два раза. Омская «Сибирь» после первого тура возглавляла турнирный рейтинг. А вот на второе место с одинаковым количеством очков претендовали две команды – ветераны из Нового Уренгоя и «Прогресс» из Омска. Второй тур показал, что флорболисты из Нового Уренгоя сильнее. Благодаря ветеранам потеряли очки и флорболисты Омской «Сибири». Первый матч соперников завершился в ничью. В повторном поединке турнирное лидерство хозяев уже было безоговорочным. Зато хорошую игровую практику получили молодые игроки «Сибири». А мячи выиграли 5-2. Задача – показать свой уровень, что мы способны играть даже не на результат, просто спокойно. Молодежь играла тоже хорошо. Пригласили, и вот играем. Как ощущения? Ощущения хорошие, все подбадривают. Все легко, говорят ошибки, мы исправляемся, все делаем, все как можем. Что можешь по матчу поэтому сказать? Была борьба неплохая. Где-то мы свои не забили, где-то они свои не забили. Мы отыграли без ошибок, наше звено не пропустило, и получилось, все, забили. На майский чемпионат России от Сибирского и Уральского федеральных округов отправятся команды «Сибирь», «Ветераны», «Прогресс» и «Енисей».